У меня интернет. Зависание, да, у меня интернет пропал. С ведущим с кем-то осталась в хороших отношениях. Я общаюсь с Бузовой. Мы с ней можем переписываться. Ну, то есть прям в очень хороших отношениях с ней. Кадони, в прекрасных отношениях. Вот. Я одна зависла. Не-не-не, Аленка, я зависла. Наоборот, у меня интернет завис. Как соединились, связь начала моросить. Да-да-да. Зависли, видела-видела. А я думала, он отключился. Думаю, блин, как увидел, что мы выигрываем, и отключился от нас. А у меня просто интернет пропал. Где муж? Спать пошел. Ничего, ничего. Привет, Усмани. Вы такая клевая. Спасибо большое. Оля Бузова. Да, с Бузовой я в очень прекрасных отношениях, и я ее очень-очень люблю. Она прям очень крутая. Мы как-то общались давненько уже, правда, переписывались. У нее все было хорошо. Такая простая, хорошенькая. Кстати, часто болела за вашу пару, реально. Боня, спасибо большое. Приятно. У нас сложная была пара, это факт. Это только-только сейчас вот у нас вот выровнялись отношения. И более, ну как даже не более-менее, реально нормальные стали, адекватные. А на проекте, да, нам было очень сложно с ним. Очень сложно строить отношения. Он с таким характером, мама, не горюй. И я как бы не подарок. И нам было сложно. Ну ничего. Пригласите, пригласите. Сейчас тоже завис эфир. Не приглашали на Дарапинчук и Милена. Нет, мы же с Миленой уже давно не общаемся. Мы можем пообщаться только если что-то... Ну, так отвлеченная тема какая-то, можно спросить. А так мы же не общаемся. Сложная была пара на самом деле, но ты реально умничка. Ты старалась его понимать, он даже, он должен ценить. Спасибо, Бонечка, Бонечка, спасибо большое. Ну, это правда, это вот все, что вот вы написали, это реально так. Ну, ценит, ценит, меня ценит. Я это вижу, я это чувствую. Бывали, конечно, у нас и после проекта ссоры, даже такие прям серьезные. И, конечно же, я вижу, что он меня ценит. Не хочет меня терять. Это правда. Нет, сейчас норм. Все хорошо. Ты такая хорошенькая, Надежда. Спасибо. Кстати, вот в нас вообще никто практически не верил. Ну и слава богу, что ценит. Ну, согласна. Добилась своего все-таки. Это да. Где вы живете сейчас? Мы в Зеленограде. Бухенвалде сейчас тоже батлится. Да, много кто сейчас батлится. У тебя глаза расходятся. Ну, может быть, я этого просто не вижу. О, Настюшка дивная. Давай, выходи. Давай, я тебя приглашу. Выходи. Давно тебя не видела. Я верила в вас. Спасибо большое. Ты не можешь провести... Зюлька. Я верила в вас. Спасибо, Алиночка. А по итогу, вот согласна, много кто не верил, а по итогу оказались настоящей парой, настоящей семьей. Я лежу в темноте, один нос видно. Ну ладно, ладно. Потом этот как-нибудь надо будет провести. Ну, хоть вообще увидеться. Вообще давно-давно обещали друг другу, что встретимся, и не встретились. Как у тебя там дела? Я тоже на 100%. Завтра можно. Хорошо, давай завтра, окей. Давай, проведем. Так, так, так. Или ты завтра можно имеешь в виду увидеться или провести прямой эфир? Что именно ты имеешь в виду? Там, там, там. Так, давай напишу тебе, как в Москве буду, красотка. Давай, давай, зайка, если номер мой остался, я не меняла номер, если что, пиши на старый. Если нету номера, то в инсте напиши, я тебе там уже координаты свои оставлю. И вообще приезжай, если что, в гости ко мне приезжай, у меня можешь остаться в Москве, если тебе, ну, если ты уже уехала из Москвы, тебе негде остаться, welcome ко мне, вообще без проблем. Привет! Привет, привет. Как дела? Нормально. У тебя как? У меня вообще супер.
Может, Окей. поиграем? Давай, давай. Я только этого и жду уже поиграть. Да. Можешь отправить, а то у меня что-то не показывает. Арвахтунхэ, Наташа, Наварнео. Так, я, наверное, отправила? Да. Угу. Да, 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 все. Так, друзья, это наш шанс. Это наш шанс. Да. Передаем еще. Джаным хабар элязам. В Москве после 14-15 буду точно приеду. Давай, все окей. Напишешь мне в инсте или в инстаграм. Ой, в инсте или в инстаграм, ну ты поняла, масло масляное. Короче, где-нибудь мне напишешь, если что. Ой, да, буна удзадзага, я бум варианты йохты джаным ичи. Здорово, спасибо. Бунун 65 мин тачписи вар, буна варианты йохты. Буна шея... Делишки. А, это вы у Настюшки спрашиваете? Настюшка всегда красоткой была. Иншалла, кардашим, келезем, келенде сая язады, зенге лезем. Сахлар, чоз, 7 нафер, мивиш, мивиш. Сау ол, сен, 157, сау ол, кагам мэнэ. Мы тебя поняли. Да. Да. Я по-своему, ну, не обессудил, здесь просто подписываю, да. Здесь у меня сидит друзья и здесь поддерживает, отправляет подарки. Так, а ну-ка, попроси его выйти из эфира. Пусть выходит. Олсун, тысяч нахер олсун. Кагаларым вар. Стир мин нахер олсун. Так. А ты из какого города? Москва. Москва, круто. А ты? Я в данный момент в Азербайджане, а я живу в Питере. Ну, это, кстати, классные города. А ты там чем, что снимаешь там у тебя? Какие контенты? У меня даже из телека. Вот, и поэтому как бы в основном свою реальную жизнь показываю. Моим подписчикам сказать за мной, как я живу с мужем после проекта. Вот, и реальную жизнь. Я пишу, ты из Дом-2, да? Да, да. Да, мои подписчики тебя узнали, короче. Привет твоим подписчикам. Спасибо, твоим тоже. Спасибо. Так, так. Саул, Вика, Саул Джизди. А он же закрыл. Турмах лазым, да, бу? Бидай, турмах лазым, да. Уходили. Да, он... Ай, ичина, гагам вар, мистер мин, нахар олсун. Да, ну, зрителю за то, чтобы ушли старые участники. Вот. А так на самом деле, если бы он не закрывался на тот момент, кого бы из старых участников не выгонял. Доктор, конечно, ордан чыкса, меня шир турласын, орталык кан эләсин, да, на? Мы закрываем. Ну, еще 1.5 минуты. Даже чуть больше. Да, сейчас что-нибудь будет. Да, я не удивлюсь. Сейчас тебе вон друг твой в конце задонатит, а ты все. Ну, посмотрим. Да так делают. Поняла это. Делают. Не, на самом деле, честно тебе сказать, я где-то уже 4-й или 5-й раз вот прямой эфир включаю. Я вообще не включил. Я так не разбираюсь. Я тоже 4-й раз вот себя веду. Ну вот мы, короче, этот новенький. Да. Давайте по экранчику, да. Давайте, давайте. Ты красивый. Саулили. Владивосток. Владивосток. Тула. Привет, Тула. Настя, ты моя тезка, ты супер. Спасибо большое. Если честно, я пошла. Пойди, Саул. Сам чипсериас. Тягу. Я все понимаю. Я так тут вообще не покуриваю, о чем говорит Аленка. Они, короче, отправляют, я им говорю, что не надо столько, надо экономить. Завтра лучше потратим, чем здесь отправить. Ну да, да.
У тебя там сколько человек? Смотрит сейчас? Да. 102 человека. А у тебя? Сколько? 102. А что они тебя не поддерживают? У меня всего лишь 4 человека. Ой, блядь. Давайте, ребята! Кися, спасибо большое. Я всегда говорил, что чуть тебя не поддерживают, и раз тебя отправили подарки. Настя, такая... Ты, блин, можно как-то пообщаться лично в инсте. Бончика, в инсте я могу просто не видеть много, но всегда. Так, я не на многих. А что я говорю, чтобы на тарде родился? Что сделаем реванш? Давай. Ай, да что поделать, что все равно не спится. О, уже нифига себе, что это показывает? А, я уже обрадовалась. Етинскарин алтых саволнагам. Чего-чего? Не, я не тебя, я здесь. Просто карма, друзья. Если я еще был там, я прям видел. Можно взять. И мы почти выиграли. Ну ладно. В этот раз выиграешь. Так он мне друга своего попросил, он вышел из чата. Пусть друг выйдет из чата. Тогда я выиграю. Они не выйдут, они всегда меня поддержат. День толстарга, день отсюда, ну да. Тоже нечего делать. Да, круговорот доната, говорю. Вот здесь сидит, зарплату получили, карту подключили и отправляют. Ну, зато настоящие друзья. Блин, ребят, я не расслышала, что она мне ответила. Ну вы чего? Успокойтесь, да? Мега крутая. Бонь, я подписалась на тебя здесь, в ТикТоке. Вот, потому что я не увижу, к сожалению, у меня очень сообщений, наверное, каждую минуту, если вот так обновлять, у меня постоянно новые сообщения. Вот, поэтому давай пока этот как-то выйдем на связь тут. По состоянию не очень. Таблетки пьет. Ну, я вот тоже так. Да. Короче, возможно, ну, ты классно. Дегеры такие, вы клипы крутые, вы типа это даете мне шанс, типа на выигрывай в конце, на. Да не, почему? Я даже не ожидал, серьезно. Они сидят, они видят и их бесит, короче, ты выигрываешь и отправляют. Ну блин, вообще. Не, на самом деле это круто. Поддержка такая-то хорошо. Да. Блин, на последних секундах выиграли. Так, блин, да, уже у меня десятка. Вот ты так эти подарки эти делаешь, обменишь на деньги и вернешь им. Я говорю, нафиг я верну, зачем мне вернуть? Я же их не прошу отправить. Ну да. Так, большое рада буду поближе познакомиться. Взаимно. Жалко. Давайте, ребята. Ну, у тебя очень, ну, у тебя сколько сейчас в данный момент? 100 есть, да? 110 человек. А что тебя не поддерживает? Ну, не знаю. Вот самые активные есть, и вот остальные просто смотрят. Им, наверное, лень нажимать сюда. Ну, я думаю, да. Ну, вот у меня есть вот самые активные. Что-то... А, вот видишь, как я говорю, тебе отправляют подарки. Говори.
Не-не-не-не. Я шучу, короче, не поддерживайте. Скажи честные просто. Да, это правда, Юль. И самые-самые активные поддерживаете. Блин, поддержал подарком, но ЗП-15. Не надо. Просто лайкайте, нажимайте лайки, и все, я отлично. Так вот, лайки не бесплатные. Вот просто нажимайте много-много-много-много-много раз, и будет все окей. Çöre bir den bakık çöre bu oynatır kurtarır. Çöre bu oynatır kurtarır. Udursak dedim içindini naran ilan. Вы на доме 2? Уже не на доме 2. Настя, что не спишь? Да я шла спать, но вы меня как-то затянули разговорами. И все, я и осталась. Спасибо большое, Розочки. Чаклар, джирен чыкмасын, да? Ну ладно, дурун, да? Да. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 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 Спасибо, было очень приятно. Взаимно. Давай, давай. Да. Другу скажи, чтоб вышел. Так, все уже, писать не буду, только лайкать. Поехали, мы сейчас выиграем, Боня. Мы не выиграли. Так. Он нашел с кем соревноваться, передай ему. Ай да ладно, ничего страшного. Я как-то, знаете, ну, блин, по приколу, конечно, выигрывать, но ничего страшного. Настя, тебе не пруха. Точно. Это точно. Так, бесят. Ну, так, сейчас посмотрю, сколько мы в эфире. Так, ну что, мы 101 минуту в эфире. Неплохо, неплохо. Новые подписчики у меня есть. Класс. Спасибо большое, что подписываетесь. А, наконец, свалили мои уши. Загнулись. Что с бровями? У меня татуаж. У меня старый татуаж. И сейчас у меня нет укладки. Я обычно делаю долговременную укладку. И когда я ее делаю, у меня красиво бровки смотрятся. А сейчас немножко, да, неухоженные, соглашусь. Так, я в твоих татушках на ногах офигею, себе хочу такие. Вы знаете, им уже 10 лет. 10. Я их делала, когда они еще на пик, на вот только-только пик популярности пошел. И в Ростове вообще еще ни у кого не было этих таких вот татуировок. Были на ляжках, но другие татуировки. Я же такая самая модная, крутая сделала. Бантики у меня татуировки. Вот, и 10 лет, и я как бы и не жалею. Но и новые не хочу. Ну, они такие классные. Спасибо большое. Что там за вау такое? Татуировки, бантики у меня там, бантики. Ну, сколько меня распинали за эти бантики. Господи, чего мне только не приписывали. Хотя это самые обычные бантики. Вот нашла в интернете, скачала, показала своему тату-мастеру, и мы сделали их за 2 недели. Ну, первую сначала, ну, ножку сделали, по-моему, левую. И через 2 недели вторую. Все. Ну, как бы обычные татуировки. Но нет, они столько шумихи подняли, мои татуировки. Думаю, ну и ладно. Норм брови. Так, а где их можно посмотреть? Ну, в инсте есть. Тату. Аху. Спасибо. Да не обращай внимания, они реально офигенные. Спасибо большое. А где Илья? Спит уже, спать пошел. Он тут лежал и пошел спать. Так, ну смотрят, вот как бы 95 сейчас человек. Блин, вот такая хорошенькая, простая. Вот почему Илья так держался за тебя. Ну, я думаю, что да. Ну, экранный образ, он действительно отличается. Потому что
Там привязано, даже не то, что прям навязывают человеку то поведение, какое нужно проекту. Поэтому я и выглядела с экрана немножко другой. Даже не то, что немножко, а конкретно другим человеком была. Меня так там немножко настроили не специально, а со временем, психологическими моментами. Поэтому намного реагировала очень негативно и очень-очень резко. Настя, ты крутая, спасибо. Там работа, да. Там реально работа. Поэтому Кыргызстан, привет. Кыргызстан. Нормальные брови, чё, пристали? Ну, вот. Если честно, я вот прям честно вам скажу, я настолько привыкла, что мою внешность обсуждают, что я вообще на это не обращаю внимания. То кривое, то косое, то... Да, я такая. Что могу, то исправила. Что не могу, ну и ладно, я и так красивая, как бы мне нормально. Я вам обожаю Дом-2, из-за вас всегда болела. Вы с Ильей всегда были правы. Спасибо большое. Вы знаете, у меня Илья, он очень-очень... такой резкий в высказываниях. Но он всегда правду говорил. Но он резкий, да. Он может взорваться вот в одну секунду. Он выскажет все, что он думает. Это как бы правда. Но так все красиво выкручивали. Так красиво вот так вот раз, перевернули тему. И такое ощущение, что он просто какой-то идиот, который там орет непонятно из-за чего. Так, сейчас. Привет. Настя, привет, с Ростова приезжала... к тебе с сестрой. Привет, привет. Приезжала к тебе с сестрой. А когда, куда приезжала, подскажи, пожалуйста. Так. Все, смотрю, сидят прям красивые. Ну, наверное. Там все наигранное, да, Настюш? Там не то, чтобы наиграно. Ну, где-то что-то есть наиграно, конечно. Там редактора выводят туда, куда им нужно. И ты волей-неволей, ты как-то ведешься на все это. Ты вроде адекватный, нормальный человек. Вот я пришла туда обычная, красивая, интересная девчонка. У меня самооценка была просто вот на пике популярности, когда я туда только пришла. Мне там так замылили глаз, мне так вообще с небес на землю спустили, типа, что я вообще истеричка, стрёмная, ору постоянно, там, негативная какая-то вся, ненавидящая всех, ну, грубо говоря. Вот мне так вот сделали образ, мне такой. Просто смысл, слушали бы, что он орёт, тогда бы понимали. Вот правильно, да, Юль. Барзиков вернулся назад и Мандезер. А мы сегодня с ними общались. Ну, муж этот, по видеосвязи с ними общался. Так. Привет с Украины, привет. А ты носик делала или это твой? Делала. И причем два раза. Первый раз мне сделали вообще отвратительный нос. У меня вообще такая ринопластика ужасная была. И вот второй раз мне уже другой хирург исправлял. И он сделал очень крутой носик. Он сделал как мой натуральный, только изящный. Да, он прав всегда был. Вы такая красотка, спасибо. Так, к вам на Северном выходили по ТЦ, ждали меня. И Екатерина, правильно? Катюш, может быть такое. Я же говорю, я всегда очень общительная, я очень добродушна всегда к своим подписчикам, которые хотят со мной пообщаться. Я просто не помню этот момент, если честно, простите. Наверное, это было давно. Но такое может быть, потому что у меня часто были такие моменты, когда писали, что хотят со мной увидеться, и я встречалась, виделась с девчонками. Это очень красиво, привет Казахстана. Спасибо большое, привет вам. А сделали паранойную тетку там? Да, да, Арина, да. Да, так все и было. И я вот только, я же говорю, ну, когда ушла с проекта, я восстановила свою психику, вновь полюбила себя, да вообще до невозможного. И все, и мне как бы вообще все равно на негативные комментарии, на хейт, на все, что вот мне пишут, мне так все равно на это. Любила вас в Дом-2. Спасибо большое, Алла. Так. Настюша лучшая, Анет, спасибо. Так, сейчас я листаю, читаю. Помнишь, мы еще фоткались, мы списывались через сестру.
Может быть, может, может, может. Я не отрицаю. Читает только, где ее хвалят. Ну, конечно, мне же хочется ответить тем, кто мне желает добра. Почему я должна реагировать на тех, кто пишет всякую ерунду? Мне это не интересно. Я лучше уделю время тем, кто интересуется мной. Чего не спишь? Да сейчас уже скоро пойду. Привет из посада, привет. Блин, как жаль, что не помнишь. Катюш, я не отрицаю, такое правда может быть. Ну, у меня же не первая может быть такая ситуация, поэтому... Моей сестре очень много писали, кто хотел со мной встретиться, когда к ней в гости приезжала. И много с кем виделась. Ты очень хорошая. Спасибо большое. Илья тоже спокойнее стал, наверное. Проект все-таки портит психику людей в замкнутом пространстве. Да, 100%. Вот если хотите идти на дом 2, кто вот спрашивал, идти или не идти, будьте готовы, что психика будет нарушена. 100%. Вот когда я ушла с проекта, я работала с психологом. Я восстанавливала свою психику. Еще я фобозол пила. Успокоительные. Батл будет еще, хочу дарить подарки. Лесечка, моя-то золотая. Пока никто, кстати, не приглашает. Что сейчас с Рапунцель и Димой, не в курсе? Нет, нет, Ал, не знаю, мы же вообще, в принципе, никогда не общались с ними. Сколько весишь сейчас? Я 50 килограмм вешу, но хочу 55, я сейчас пытаюсь набрать. Вы о своих детках думали? Ну, конечно, думала, но пока еще к ним не готова. Ну, до 30, конечно же, до 30 у меня в планах родить, это 100%, но не сейчас, пока не сейчас. Я тоже обожаю тебя с дома 2. Спасибо, Алиночка. Как набрать? Было же 46. Я сейчас пью витаминки и кушаю. Побольше стараюсь кушать маленькими порциями, но побольше. И все. И вот и шоколадки в ход идут, печеньки вон у меня всякие разные, бутербродики стараюсь на ночь кушать. И вот 4 килограмма наела. Сейчас 50 вешу. Но еще 5 килограмм нужно набрать. Что? О, это Ебарова, чё ли? Да. Что думаешь про союз Милены и Сережи? Честно, вообще о них не думаю. Получится хорошо, не получится. Ну, так тоже бывает. Чё еще не спишь? Да блин, вы меня так затянули, что я теперь не могу от вас уйти, если честно. Я, кстати, с Молдовы. Хорошо. Молдова. Какие витамины мне тоже надо? Блин, я потом в сторис покажу. Я просто название не запомнила. У меня там 3 тюбика стоит. Я их утром пью. А чё похудели так? Не знаю. Вот как-то, наверное, и нервы тоже мне дали. Так неплохо. Я нервничала. Все равно были моменты. Уж спина затекла. И, в принципе, я всю жизнь худая. Если честно, я...